8427 зрителей. И очередная атака. Можно уже так говорить. Очередная атака Арсенала в выездном матче. Хагуш воспользовался забеганием. Прострел. Гол должен быть! Аж сразу-то мяч попал в ворота. Или он от железяки от какой-то отскочил. 1-0. Арсенал. 66-я минута. Арсенал разыгрывает превосходную комбинацию, и ничего, никаких эмоций не написано на лице Дмитрия Оленичева. Дмитрий, мяч засчитан, я вам точно говорю. Есть гол, 1-0. Арсенал выходит вперед, смотрим еще раз. Не было положения вне игры, да. Мяч просто так жестко в сетку попал, чтобы показалось, как в хоккее бывает, из хоккейных ворот он вылетает. Нет, в самый-самый центр ворот, тут уже добивание не потребовалось. На всякий случай посмотрел так Зотов в сторону бокового арбитра, нет ли вдруг положения вне игры. Нет, мы видели на повторе, все было четко, прекрасная передача с правого фланга. Арсенал ведет в счете 1-0. У нас будет очень интересная концовка этого матча.